Получил вызов от дежурного ЦУМ по городу Саратову о том, что мужчина стоит на балконе и пытается броситься. Ну, через несколько минут мы подъехали на адрес, увидели, что мужчина сидит на балконе, ноги свешены на улицу, ведет с кем-то беседу. Мы поднялись в квартиру, уже находились сотрудники МЧС, там, с ним разговаривали. Вот он попросил остаться сотрудника полиции меня и сотрудника МЧС. И разговаривать якобы о чем-то. Он все боялся, что за ним кто-то придет и просил убрать людей то с крыши, то из соседней комнаты проверить, есть ли там кто-нибудь. Но человек был не в себе, невменяемый. Очередной раз попросил позвать сестру. Пришла его сестра. Уговорила его спуститься. Он зашел уже в комнату. Сел напротив окна, попросил очередной раз сотрудника МЧС и свою сестру проверить комнату. Якобы ему послышал, что кто-то там есть, кто-то за ним опять пришел. Вот. Как только они вышли, он предпринял попытку выброситься. Вот. Так как я находился ближе всего в данной ситуации, схватил его и удерживал до прибытия помощи. Я в этот момент находился в помещении тоже за своим напарником. И когда данный гражданин решил выпрыгнуть из окна, напарник его схватил за ноги. И уже там я ему помог затащить его в комнату, где мы его удерживали. И после чего скорая помощь, прибыв на место, они начали его связывать, чтобы сковать его движение.